Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского Периода. Начнем с того, что заберем наши награды. Так, здесь схапали, моды мы нашли. Так, ускорение нужно будет сделать, сделку. Давай-ка мы быстренько с тобой завершим. Ксифактин за еду. Ксифактин. Ладно, давай сделаем. Еда мне нужна, поэтому пришлось, так сказать, поменять. 44 доллара за сколько? Ух ты. Слушай, а давай, наверное, возьмем. Увеличивает запас ОЗ всех союзных существ на 500. Это редкий, да, у нас получается мод. Здесь, так, обмен не надо мне. А тут еду на монеты. Я воздержусь. Боевой дух. Нет, это ерунда. Ладно, мы сделали сделочку. Сейчас посмотрим, что у нас тут. Здание, может быть, какое-нибудь обменять. Давай вот эту вот станцию связи на ДНК. Сколько выйдет? 44? Нет, спасибо, я... Ага. Если я отказался, то мне не дают, да, другого выбора. Все, я понял. Не будем больше так повторять, делать. Так, используйте три ускорения. Используйте разные классы животных. Так, и потратить 250 тысяч еды. Ну, с едой у нас все... Понятно. Так, мы ищем с тобой спинозавра. Да, фиг ты его так найдешь. Ладно, мы уже знаем, как искать нужного нам динозавра. Так, спинозавр, ты где у нас? Мы будем его сейчас докачивать. Вот он, перейти. Отлично, шикарно. Так, ну что, 40 уровень, слияние. Подожди, а у меня что, перораптор не готов? А, Юта-раптор. Погоди секундочку. Точно, ребята? Юта-раптор. Вот он, да? Ну-ка, быстренько завершим. Но мне, по-моему, не хватит его вывести. Ну-ка, глянем. Так, начать эволюцию. Блин, зачем я это сейчас сделал, а? Сотку потратил. Зачем, спрашивается, а? Ну давай, 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 завершаем. Ускоряем бесплатно. Докачиваем. И забрали. Поместить. Накормить. Нет, погоди, больше пока мы не будем. Я могу тебе... Ага, Юта-раптор, вот он. Точно мне он нужен? Да, он мне нужен, и он стоит, в принципе, не так дорого. Ох, только вот выводиться. Ладно, забираем с тобой тираннозавра. Поместить. Я могу его? Да, я могу, друзья мои, его накормить. И... Блин, эволюция, все просят эволюцию у меня. Сейчас мы глянем, кто у нас тут сидит. А, у нас же лабиринтозавр тут. Ё-моё, я про него и забыл. Так, эволюция не завершена. Продолжить. За доллары можно, но я пока не буду, ребята, этого делать. Давай-ка мы посмотрим, что у нас. У нас ячейка освободилась. Тем более не одна, тут еще и ихтиостега. Помещаем. Так, его тоже нужно накормить. Эволюцию забрать. И еще там один у нас находится. Так, давай-ка мы его тоже заберем. Поместить. Так, и давай подсчитаем. То есть максималка это у нас получается пока 30 уровень, да? То есть 20-ка плюс еще 20-ка это 30 уровень. Значит, нам нужно еще 4 ихтиостеги. Ё-моё, 4. А стоит одна 3330. Ну ладно, давай активировать. Ну а что делать, ребят? Зато мы можем с тобой вот этих быстренько завершить. Так, помещаем. Тридцатка, да, получается? Тридцатка. Значит, нам нужно еще... Да дофига нам нужно. Так, давай следующего. Он стоит, по крайней мере, у нас 200 всего лишь. Забираем, помещаем, опять же его кормим. Так, ну и смотрим, что у нас получается.
Двадцатка. Значит, нам нужно еще двух. Вот какой он, а. Посмотри, приходится, ребята, тратиться. Ну, если мы хотим с собой нового гибрида, то без этого просто никуда. Такова жизнь, да? Так, завершаем. Забираем, помещаем. Ой, куда я полез-то, ё-моё. И прокачиваем. Все, грубо говоря, у нас он будет готов. Ютораптор. То есть двадцатка есть. Мы его скрещиваем на 30. Потом делаем еще тридцатку одну. И 40-й уровень. Ну а потом делаем с тобой спинораптора. Как-то вот так вот. Так, что у нас тут кот? Дай-ка посмотрю, кто. Давай-ка попробуем его поймать. Нам нужны ДНК, нам нужен опыт. Все нам нужно. Раз, два. Что-то быстро как-то идет. Замечательно пишут нам. Как же я не вижу. Да как вот тут пронести-то? А это что такое? В первый раз такое вижу. Отлично, какой же это отлично, если я сфейлился. Вот такие еще можно. Так, пока мы с тобой на синюю переходим. Грань. Да ё-моё, что ты делаешь-то, а? Рэй, хорош, завязывай давай. Так, окей. Нормально, поймали, но без бонусов, к сожалению. Да, редких и эпических очень тяжело ловить, поэтому, ребят, тем более на эмуляторе. Когда ты играешь на мобильнике, все намного проще, поверь мне. Так, нам еще нужно открыть карточки, но это потом уже. Здесь заберем награду. Ну, в принципе, пока и все. Можно приступать к выполнению задания. Давай посмотрим, что у нас тут творится. Визит важной персоны и схватка редких. И схватка чемпионов. И все, что ли? Да. Ладно, начнем схватку суперредких. Пара зауралов, стегозавр и метриоринг. Два травоядника плюс рептилия. Ну что, я предлагаю сделать следующим образом. Здесь возьмем велоцираптор мод 2. Дальше нам понадобится, скорее всего, спинозавр и рептилия. А рептилия у меня только лишь капразух. Ну ладно, возьмем капразуха, а что делать? Блин, и опять пошел слив денег у нас. Так, пару зарулов. Сразу начнем с атаки. Мне кажется, он сейчас возьмет метриоринха и, конечно же, велоцираптор накажет. Так и есть, да? 399 к атаке. Жестко, конечно. Ну а если я тоже сменю? Сменю и возьму дополнительные очки действий. Так, что он там будет сейчас делать? Атакует. Ну понятно, ему выгодно атаковать, так как у него 266, а у меня 148. Если я сделаю слив по полной программе, что у нас получится? Давай проверим. А, так все, ему крышка, ребят. Метриоринг отдыхает. Ну, а теперь мы вообще здесь короли, потому что у нас с тобой два хищника, а у него два травоядных. У нас классовое преимущество. Ну, тут понятно, он ушатает, конечно же, но сейчас выйдет спинозавр. Со своей, наверное, мощнейшей атакой. Даже не раздумывая, просто все на слив. Так, готов, парнишка. Ну что, выходи, пара за уралов. Будем с тобой тут плясать. У него 119 к атаке. Если он сейчас все сольет, он меня победит. Но у меня есть велоцираптор мод 2. Так что я не переживаю по этому поводу. Давай, малыш, ушатывай его. На тебе, пощечину. Изи. Изи-пизи, ну ладно, идем с тобой далее. Ну что там опять? Ну что там опять? Код 19. Дай хоть гляну. Кто у нас там буянит? А, ну этого, я думаю, можно и самому поймать. Раджазавр, да? Вроде бы. Поехали. Шикарно. Двигаемся далее.
Раз, два, три, четыре. Окей. Блин, ненавижу. Да как так-то? Почему не доводит до конца? Может быть, надо заезжать на этот кружочек? Только в этом случае срабатывает. Ну, тут вообще нормуль. Так, и... А, нет, не последний. Давай. Ох, ненавижу я, когда вот так ребята раскидываются. Блин. Злится. Конечно, злится. Ать. Ну, главное, поймали. Фига себе, 3155 опыта. Опять. Ну, кто еще-то там? Это кто у нас такой? Не могу понять. Аллозавр, что ли? Вроде как он. Ну что, поехали. Так он легкий, поэтому да, нам легко его получится поймать. И это хорошо. Ну, правда, нам дадут мало опыта. Всего нам дадут очень мало. У них тут такая политика. Если динозавр, как говорится, редкий, да, и мощный, то за него, за его поимку тебе дают больше всего очков. А если такой ватненький, то сам видишь, что тебе дают. Ну все, вроде бы успокоились. Так, пойдем теперь дальше. У нас схватка редких. Битва. Метриоринх, да иди ты. У него два метриоринха здесь. Что прикажешь делать? Взять Эр-Титана? Так, и Велоцираптор мод 2 у него уже прокачан здесь. Смотрю, так серьезно. Ладно, возьмем с тобой Тропиогоптер. Его здесь будет достаточно, я думаю, на этих двоих. А вот здесь вот... А смотри, у Велоцираптора... А, у него 40 уровень, поэтому атака и будет сильнее. Ладно, возьмем так. И на подстраховку возьмем, наверное, вот так. Поехали. Естественно, Тропиогоптер сейчас просто их будет выносить. Но по атаке он все равно отстает. Нужно будет два раза бомбить, чтобы уничтожить одного рептилоида, да? Так, ну это терпимо будет. Сейчас он наверняка будет меняться. Для меня это не новость. Еще и атакует, отлично. Хорошо. Раз ты так, мы сделаем тогда вот так. Но это лишь обманка, друзья. Естественно, я буду брать очки бонусов. Угу. Вот ты как решил, да? Давай, 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 потанцуем. Ну и чё ты, пасть свою открыл? Я не удивлен этому. Нисколечко. Так. Вызываем нашего летуна. Раз, два, три. Раз, два, раз, два. Так, в топку его, да? Слушай, он все очки перевел сюда, что ли, получается? Упс. Неужели слив? Нам очень, друзья мои, крупно повезло. Велоцираптор, выходи, родной. Сколько там нужно ему? Да, в принципе, не так уж и много. Давай рвать его. Иди ты. Ну и вот метриорин. Как ты понимаешь, Тропиогоптер его, естественно, добьет. Окей. Ну, птичка, вылетай. Настала твоя пора. Ушатывай, пожалуйста, этого метриоринха. И будем переходить уже на завершающий этап нашего события. Сейчас посмотрим, кого здесь дадут. Кого нам нужно подобрать. Опять код 19 загорелся, да что ж такое-то. Анкилозавр, Супрано Титан и Анкилодок. О как. Ну что, здесь, наверное, нам придется сделать следующим образом. Возьмем. Блин, неохота деньги тратить, но надо. Возьмем здесь Велоцираптора. Сюда я, наверное, возьму. А что я сюда возьму? Вопрос очень интересный. Кого мне взять против Супрано Титана?
такие дела. Придется, наверное, так вот делать. Раз, два, три. Слушай, я надеюсь, мы сможем здесь победить-то. Анкилозавр вот этот вот прокачан, конечно, офигенно, ребят. Почти 1000 у него здоровья. И 123 к атаке. Будет меняться, наверное, сейчас, да? На Супрано Титан, понятное дело. Еще и бомбанет. Не стал. Тогда мы меняемся. И берем бонусные очки. Сейчас будет меняться на травоядника. Скорее всего, анкилодок. Так и есть. И еще две атаки. А вот это было борзо с твоей стороны, парнишка. Очень борзо. Поэтому пора тебя в топку отправлять. Раз, два. И бонус. Так, ему крышка. И выходит анкилозавр. Анкилозавр наверняка испугается, как всегда будет меняться. Ну, короче, Супрано Титану тоже крышка. Ах, он даже ничего не стал делать. А если я вот так вот сделаю? Все, до свидания. Ну что, анкилозавр, выходи давай. Мы с тобой еще не закончили. Так, 5 очков действий. Сейчас все потратит, естественно, сможет запинать моего велоцираптора. Ну, мы тогда с тобой переключаемся на кого? На анкилодока и завершаем эту серию событий. Да-да-да-да-да. Меняемся. И пробиваем. Все. Пич, пощечина такая. Вот, ребята, что и требовалось доказать. Опять код 19. Ну что, крутим колесо. И смотрим, что нам здесь выпадет. А выпадает нам с тобой велоцираптор, которого у нас и так в излишке. Так, давай завершим, посмотрим, что здесь, кто там. О, его тяжело ловить. Но я попробую. Я попробую. Или я путаю? Ну, пока вроде бы... Я бы не сказал, что тяжело. Да что ты, блин... Даже ничего не успел сделать, все, не засчитали. Хорошо, мы уже перешли на синюю сторону, на синюю. Почти уже на зеленой. Найс. Ну что, все, ребят? Да, идеальная поимка. Фул награда. 725 опыта и 5 ДНК на саркосуха. Так, что у нас тут? Забираем это. 4 доллара у меня всего лишь осталось. Ух, как много, я тебе скажу. Ну что, пошли на схватку. У нас есть еще с тобой вот визит важной персоны. Так, Супрано Титан, велоцираптор, остапозавр. Что-то новенькое, остапозавр какой-то. Ну что, здесь делаем, наверное, попроще, да? Берем. Че, ну дагозавра возьмем, да? Плюс велоцираптор. Ну, в принципе, этих двоих можно и так ушатать. И возьмем, наверное, эдиоморфодона. Хотя тут можно... Нет, все-таки эдиоморфодона. И для подстраховки можно взять просто... А что мы возьмем для подстраховки? Давай пеликанептериксы. Так уж и быть. Так, Супрано Титан. Давай, влупляй. Угу. Слушай, ну у него атака такая сильная. Он меняется, естественно. Ого, 715. Так, друзья мои, это был вызов, да? А ну-ка давай, родной, подчирикай здесь. Сколько? 608, да? На тебе. Слушай, у него даже и тут атака неплохая. Смотри, 358. Естественно, меняется.
По-моему, нам пора с тобой вот эту вот птичку отдавать на растерзание. Это единственный вариант, который я сейчас вижу. Поехали. Пускай он тратит 2 очка действия. А, он одно всего лишь. Ну, мы можем его сейчас здесь ушатать, по большому-то счету. Раз, два, три, четыре. Попробуем вот так сделать. Окей. Выходит велоцираптор. 314 к атаке, да? Одну очку действия он потратит, 4 оставляет. А он 3 тратит, вот дурило. Ну, в принципе, мне это только на руку. У него, значит, остается одну очку действий. Мы ему прописываем 3 атаки. 3 же нам нужно, да? 3 атаки сделаем, 1, 2, 3. Остальное все в очки действий. Хватает? Да, хватает. Ну и все, выходит этот остапозавр. Сливает 2 очка действия. 4. Тогда все, ему крышка. Давай, Эдди Морфодон. Заклевывай его. Вот так вот. Давай, 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 с разбегу. На, на, получи, как говорится, да? Коготочками. И все, ребята. Здесь победили, и это хорошо. Нам еще 2 поединка нужно отыграть. Тогда будет вообще замечательно. Столкновение, давай смотреть. Тираннозавр, тираннозавр и диморфодон. Угу. Диморфодон. Ну что, здесь нам нужно делать с тобой, естественно, брать нудогозавра. Можно даже сделать диплотатор, он будет мощнее здесь. Плюс апатозавр. Нет, возьмем... Это апатозавр, пускай будет. Хотя у этого атака будет круче. Ну и для подстраховки мы можем с тобой взять... Кого мы можем взять? Вот так вот. Так оно будет даже еще и лучше. Чем лучше? Тем, что мы... Начинаем с тобой копить очки действий. А он будет колоться. Он будет атаковать. Оу. Нежданчик, конечно. Но атаковать-то он не стал. Атаковать-то он не стал. Погнали. Сейчас расколется. Ты глянь. Хм. А если так сделаем? Да колись ты уже давай. Ты посмотри-ка. Так, 3 он слил. Сколько у него там получается? 3 он слил. Одну очку действия у него оставалось, да, получается? Значит, делаем так. 1, 2, 3. И вот таким вот образом. Этого в топку, естественно. Так, а вот тираннозавр мод 2 сейчас начнет, конечно, тут куролесить. Сколько он возьмет на слив? 4. Ушатывает, короче, у архозавра моего. Ну, а мы, в свою очередь, ушатываем его. Так, нам нужно 2 атаки или 3? Сколько он слил, я не помню. Ладно, сделаем 3 на всякий случай. 1, 2, 1, 2. Поехали. Да, он все слил. Ну, и обычный тираннозавр 40 уровня. Ну, что он тут сделает? Да ничего. Пробить не пробьет. Затихарился. Ну что, тогда атакуем по полной программе. Это был его выбор. Да, 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 да. Вот так вот. Все легко и просто. Главное, точный расчет. Так, и у нас получается последний с тобой поединок. Опа, опа, опачки. Такс. Хм. Ну, нудогозавр. Подожди секунду. Как лучше сделать-то? Как лучше сделать?
Птеродактиль, нондогазавр и раджастега. Вот так вот, наверное, будет вообще оптимально. Ну что, птеродактиль очень хорошо бомбит, ты сам прекрасно это понимаешь. Но дракорекс меня как бы тоже не очень радует. Давай начнем с бонусов. Сейчас будет меняться, да? Нет. Он меняться не стал, прикинь. Ты глянь-ка. Раз, два. Бонус. Погнали. Иди отсюда. Давай, давай, выходи, выходи. Трясогузка. Сейчас и тебе достанется. Только, правда, уже от нондогазавра. Все сливает. Шикарно. Так, сколько нам нужно сделать ему? Три атаки получается, да? Раз, два, три. Бонус. Ну что, Дракорекс, выходи сюда. Поболтаем, погутарим. Сколько? 567 к атаке, серьезно, что ли? Две из них сливает. Ха, тебе не хватило, парень, пробить меня. Ну что, Раджастега, будь добр, разберись-ка с этим охламоном, а, пожалуйста. Что-то он меня нервирует здесь. Да и Раджастега с удовольствием это делает. Ну вот, друзья мои, и победа. Вот так вот. Прошли мы с тобой события, визит важной персоны. Нам остается только крутануть колесо призов и посмотреть, что нам здесь достанется. Сколько очков доверий? 800. Не самый плохой вариант. Почти, ребята, 4000 мы с вами насобирали. Что опять здесь у нас происходит? Скажи-ка мне на милость, кто? Ту-ту-ту-ту. Стоит, не стоит. Давай, наверное... О, ну отправим туда. Ну что, теперь пробежимся по ежедневкам. Что... Естественно, это, ребят, событие я проходить пока не буду. Потому что я всех потратил. По ежедневкам, если... Да что ты делаешь-то? Нам нужно открыть карточки. ПВП-шка. Ну что, начнем с ПВП. Канайзойскую три животных нужно нам разных разыграть. Эй. Раз. Два. И три. Ну это стандарт. Опа. И долларов не хватает, прикинь. Ну что, давай посмотрим. Ё-моё. Элсматери, Уонтатери и Археофцион. Поехали. Так, я, наверное, все-таки ударю. А, он первый ходит, понял. Ну давай, что будешь делать? Пропустит ход. Да? Нет, атакует. Ну, конечно, это все зря, потому что я его добиваю. Окей, давай следующего. У Уинтотерии 257 к атаке. Ну что ты там задумался-то опять, эй. Он решил ничего не делать. Мы тогда тоже. Упс. Вот это я сглупил. Ай-яй-яй. Сейчас как ударит. Нет, смотри, ничего не стал делать. Так, сменяем с тобой тогда. И попробуем здесь прижучить. Ну, естественно, он будет брать сейчас 7 очков действий. Это дофига, ребята. Это очень много. Пятеру сливает, прикинь. Опа. Значит, 2 очка действий у него остается. 2 очка действий он оставил их к себе. Проверка. О, значит, что-то решил сделать, да? Взять 6 очков действий себе в карман. Так, что у нас тут получается? Неужели все сливать будет? Точно. Все сливает. Ну что, ребята, давайте смотреть. У него 1300. Блин.
И как? Даже не знаю, что мне здесь и сделать. Почему-то так и думал, что он так сделает. Да, друзья. Неудача. Немножко я не подрасчитал. Но у него правильно, у него гибрид, а у меня обычный. Поэтому и сфейлился. Так, забираем здесь награду, что нам еще нужно. Карточки эти открыть. Блин, а где их открывать-то, я уже и не помню. У меня нету бесплатных, к сожалению. Ладно, давай посмотрим, может быть в PvP нам где-нибудь да выпадет что-нибудь. Раз, два, три. Доллары, откуда у нас баксы? А, выполненное задание же было, точно. Так, ну давай, кого нам там? Аммонит, Агиолосмозавр и Мегалодон. И все прокачаны, как всегда. Так. Ну что, я возьму, наверное... А, он первый ходит, понял. Меняется. Нифига, Мегалодон, ты прикинь. Так, нам надо что-то против него делать. Так, бонус. Давай, давай, выеживайся, выеживайся. Опять меняет. Не выдержал, да? Стал атаковать. Окей. Ну-ка, давай, выходи сюда. Вырубим? По идее, должны. Шикарно. Давай сюда своего вот этого вот шитика. Агиолосмозавра. Ну, что ты там пыхтишь? Он сейчас будет брать Мегалодона, скорее всего. Нет? Тогда нам крышечка здесь. Ай-яй-яй, как неприятно. Твою же дивизию. Мне это не очень нравится. Мне это вообще не нравится, тебе скажу даже больше. Хоть бы он сейчас все начал тратить, а? Было бы шикарно, ребята. Мы бы его тогда пробили бы. Ну? Меняет. Меняет. Оу, щит. Вот это да. Вот это трындец, ребят, называется, был. А у нас классовая слабость дойдет. О, какая слабость. Да он все, он, ребят, в любом случае нас уничтожает. Он берет сейчас все четыре атаки. Ничего не стал делать. Нам здесь не пробить его. Вообще никак. 200 на 5, это 1000. Ну давай я так, раз, два, три. Раз, два. Просто. Ради интереса. Нет, ребят. Он 2 очка действия берет, у него 6 становится. И уж тут в любом случае мне никак не выжить. Опять же, с помощью гибрида своего выиграл. Жаль, что у меня ни одного водяного гибрида пока нету. Так, ну что, мы с тобой фейлимся и фейлимся, и еще раз фейлимся именно на PvP битвах. Так, ну нам нужно еще с тобой сыграть. Раз, два, три. Это у нас последний с тобой поединок, и после мы заберем уже ежедневную награду. Резут, Кейваке и Псифодерма. Угу. Бонус, конечно же. Ну давай, Резут, делай что-нибудь. Стоит, выжидает время, да? Допустим. Хватит мне пробить его. Проверим. Не хватит.
Ладно. Что же он будет делать? Неужели меняться? Ай-яй-яй-яй-яй. Кайвике. Еще и бомбит. Ну что же, нам придется тогда тоже брать. Что-то меня это нисколечко не тешит. Если он сейчас еще поменяется на Резода, опять же. Твою же, блин, а. И бомбит, да? Ладно, Артакон, давай его уничтожать. Он уже запарил здесь. Раз-два, раз-два, раз-два. Вот так вот сделаем. Ну, у нас опять же Кейва-Кея это идет. Сейчас будет классовая слабость и пробьет он, скорее всего. Ему достаточно одну атаку попасть по мне и все. Ты смотри, как будто вот знает, ребята, что нужно именно одну атаку сделать. А может быть я взял 4 защиты себе или 3? Понятно, короче, все здесь. 1232. Ну и что? А у нас классовая слабость потом идет. Понятно, короче, все. Ты! Еще и не пробил. Вот так вот мы фейлимся. События прошли идеально, а здесь ничего, ни одной ПВПшки не выиграл вообще. Как же я буду тогда получать награду? Мне же нужно еще открыть паки, наборы карточек. Все, пробивает. Вот так вот. Вообще, ребята, что-то как-то не клеится в ПВПшках в последнее время. Но я не расстраиваюсь. Я надеюсь на лучшее, что когда-нибудь мы будем жестоко их всех наказывать. Это, я думаю, будет уже совсем-совсем скоро. Так, вот где мне карточки открыть? Наборы. Скажи вот мне на милость. Где я возьму тебе наборы карточек? Не заработать их негде. Просто негде. А ведь где-то можно. Только вот где, не помню. 551 бакс. Вы... Тихо ты. Чтобы вывести. А что у нас тут? Ой, 250 баксов нужно заплатить. Первоначальный взнос. А тут просто рулетка, по-моему, да? Тут же... Да, тут рулетка. Ну, я не знаю, друзья мои. Остается только лишь закругляться и ждать... Чего ждать-то? Море погоды ждать. Тут через 5 часов откат будет. Единственное, что остается ждать, это вот 5 часов 8 минут, когда, ребята, здесь произойдет откат, и мы сможем здесь забрать набор. Все, других вариантов здесь нету. Ну что, на этом будем закругляться. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков. Удачи вам.